последние годы жизни тратишь на всякую ерунду. Нет бы вот сесть за письменный стол и не вставать. На марафоне хочется пробежать за 4:30. 5, 4, 3, 2. Кстати сказать, у меня висит микрофон, и все наши разговоры записываются. Он не слепой, не зрячий, не оскорбляйте. Проснулся утром и уже вообще ничего не видел. Ты волонтер? Да нет, где ты видишь? У меня все написано «волонтер». Хорошо бы быть внимательнее к другим людям. Нет, Дик, ты превышаешь полномочия. Короче, все, разбегаюсь, понял? Какой смысл уже вкладываться в человека, которому уже там осталось совсем чуть-чуть?